Утренний кофе с молоком и сахаром. Доброе туманное утро сегодня нас встречает. Всем огромный привет и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас такое туманное утро. До сих пор стоит такой густой туман. Время уже 9 утра. Сейчас покажу. Обязательно надо заснять, потому что мне кажется, это последний туман в этом году. Вот такой вот густой, не видно города совсем. На улице 0 градусов. Сегодня обещают до 11. Ну а здесь картина такая. Совсем ничего не видно. Ёжик в тумане. Птички поют. Вот такое вот у нас утро туманное. Когда я выписывала спирулину, было у меня такое видео, я показывала, что выписываю спирулину. И мне там задали вопрос, какими витаминами я пользуюсь. Сразу хочу сказать, перед тем, как пить какие-либо витамины, нужно сдать кровь на анализ. Что я и делаю. Раз в год сдаю всегда кровь на комплексный анализ, на все витамины, и какие не достают, потом начинаю принимать. Но пока у меня все в норме, так как я регулярно принимаю витаминки. Сейчас вот как раз утро, утренний прием. Вот я сейчас и покажу, какие витамины я принимаю. И есть у меня вот такая вот волшебная коробочка с моими витаминами. Храню ее так, чтобы было удобно брать. Здесь у меня цинк, кальций, магнезий, витамин D3 в жидком виде. Принимаем мы всей семьей где-то с ноября месяца по март. И омега-3 капсулы такие вот. Ну и еще, конечно, спирулина. Это не та упаковочка, просто я пересыпаю сюда спирулину. Ну и, конечно же, перед тем, как принимать витамины, нужно знать, как принимать, когда принимать и сколько принимать. Это очень важно, потому что некоторые просто пьют и не знают, что некоторые витамины нужно принимать утром, некоторые после еды, до еды, какие-то вечером перед сном. В общем, я вам сейчас расскажу, как это делаю я. Начнем с омеги. Омега необходима нашему организму. Оптимальный прием – это первая половина дня, через полчаса после еды. Я всегда принимаю одну капсулу. Так, следующий я принимаю кальций. Он необходим для крепких костей. Максимальную пользу от приема кальция можно получить, если его принимать во время еды, а не отдельно. И еще кальций можно принимать вместе с магнием, но по отдельности. В первой половине дня мы принимаем кальций, а во второй половине дня, ближе к вечеру, магний. Тоже одна таблеточка в день. Следующая моя витаминка – это магний. Он благотворно влияет на рост костей, нормализует сердечный ритм, также снижает давление, регулирует уровень сахара в крови, устраняет судороги в мышцах. Так как я активно занимаюсь спортом, для меня это палочка-выручалочка. Уменьшает боли в суставах. Лучше пить его вечером, так как он способствует здоровому сну. Следующий. Цинк. Цинк вообще очень важен для иммунитета. Дефицит цинка – это являются как раз вот частые заболевания, выпадение волос, угревая сыпь. Поэтому я включаю в свой рацион еще и цинк. Особенно после модной болезни, которая была в нашей жизни, которая подкосила наше здоровье, цинк сейчас просто необходим. Принимаю его через час-два после еды, одну таблеточку. Вот так вот они выглядят, маленькие таблеточки такие.
Вот. Спирулина. Это такие вот зелененькие таблеточки. Вот это вот моя дневная норма. 4 таблеточки. Это примерно 5 грамм. Вообще это называются водоросли. Есть они в порошке и в таблетках, но для меня удобнее и комфортнее принимать их в таблетках. Спирулина на 60% состоит из белка. Это в 2 раза больше, чем в мясе. Именно тот белок, в котором заключены все 8 аминокислот. Вообще спирулина, как я ее называю, это вся таблица Менделеева. Она укрепляет иммунную систему нашу, повышает выносливость, эффективность в тренировках, способствует росту здоровой микрофлоры в кишечнике. Ну вот примерно в среднем 5-7 грамм можно принимать. Принимаю я всегда ее утром с большим количеством воды, примерно за 30 минут до приема пищи. В общем, натощак выпиваю вот эти вот таблеточки, витаминки за полчаса до завтрака. Стакан воды выпиваю, как раз и выпиваю теплую водичку и принимаю витаминки. Так, назад. Я уже приняла их сегодня. Ну и, конечно же, витамин D. Но, как я уже говорила, только в зимний период. Также он имеет множество преимуществ для нашего здоровья. Укрепляет наши кости, мышцы, повышает иммунитет. Что немаловажно, улучшает наше настроение. Оказывает противовоспалительное действие и улучшает работу сердца. Такие вот у меня витаминки, которые я принимаю. Вот. Ну и как я уже говорила, перед тем, как принимать какие-либо витамины, обязательно нужно сделать анализ крови, по которой будет уже видно, что вам не достает. И тогда уже подключать тяжелую артиллерию. Но мне кажется, вот кальций, магний и цинк может принимать каждый, особенно если вы часто болеете. Обратите внимание как раз вот на цинк. Если у вас выпадают волосы, угри, угревая сыпь. В общем, но все равно анализ нужно делать обязательно. Вот такой был у меня обзорчик на мои витамины. Надеюсь, вам было интересно, кому-то полезно. В общем, не забудьте поставить пальчик вверх и написать ваш комментарий, какие вы принимаете витаминки. Ну, а я займусь, чем я займусь? Мне нужно почистить утюг. Вот он, мой красавчик. Нужно мне его почистить. Уже пора. Кто-то гладил и пригорела малость. Чем я буду чистить? Я буду, наверное, чистить содой и уксусом. Попробую. Посмотрим, что получится. В общем, запоминаем картинку до, потом покажу, что получилось после. Ну, вроде бы оттирается. Немножко он у меня постоял. Замоченный. Вот что у меня получилось. Это уже не отмывается. Мне кажется, это уже покрытие слазит с него уже. Ну, так ему уже леток 10. Что у меня тут за фирма-то? Тефаль. Вот. 10 лет ему. Пора бы, типа, заменить. Но пока еще работает, пусть работает. Сейчас я его сполосну. Все. Как новенький. Можно снова гладить. Так, все. Сейчас включим, проверим. Проверим. Все, работает. Пар идет. Ну. Готов.
Закупка из магазина Lidl. Прям есть где разгуляться. Обошлась эта закупка мне 68 евро. Фокус, ты где? Что-то у меня с камерой. Последнее время 68 евро 8 центов. Купила я 2 молока, сливки, йогурт мой любимый и сметана. 30% сметана. Сыры. Сыр на завтрак. Вот такой вот уже нарезанный. Кусковой вот такой вот сырочек. 48% жирности. Очень вкусный сыр. Именно вот этот вот беру кусковой. Был по акции. Взяла вот такой вот сыр. Вкусный. Хочу его с виноградом покушать. И вот такой еще взяла тертый сыр. Ну, это что-нибудь запекать или для спагетти. Кстати, сразу взяла вот такие вот соусы для спагетти болонезе. Еще взяла вот такой вот сыр фета. Это для салатов. Очень вкусно. Давиду взяла суп из Маульташи. Сварить иногда супчик. Ну, хочется ребенку. Такие вот шоколадки были тоже по акции. А это куриное мясо у нас. Это на завтрак. Две булочки. Вот такие вот с семечками. Так, вот такой вот багетик. Темный. Тоже с семечками. Вкусный. Такая вот куриная колбаса. Это тоже так для яиц. На завтрак. Бананы. Красный перец 0,5 килограмма. Майонез закончился. Мука, вот такие вот макарошки варила, свекла вареная, виноград 500 грамм, киви 1 килограмм, салат айсберг, взяла 0,5 килограмма фарша и вот такое вот еще куриное филе. Хочу замариновать и погрилить на электрогриле, в общем, да. Все, горошек. И огурчики вот такие вот остренькие. Ну вот и все. Вот эта вот закупка в 68 евро обошлась. Мясо было 9 евро, фарш 4 евро. Что еще дорогое было? Сыры тоже 4, это, по-моему, 3 евро. Это 2 или 3. 2 с чем-то. Я не помню уже. Надо посмотреть в чеке. Ну, в общем, вот такая вот получилась у меня закупка. Таможня стоит, ждет. А мне, может быть, что-нибудь перепадет, да? Нет, тебе ничего нету. Я гречку сварила. Будешь гречку? Ты любишь гречку, я знаю. Вместе со мной. Сегодня будем гречку кушать, да? Ладно, буду я разбирать мою закупку. По местам все раскладывать. У меня пробежка на моем тренажере. Скорость 7,5 километров в час. 8:47 минут бегу. 6 километров 100 метров. Ну вот где-то до 6,5 километров и все. И тренировку закончу. А я буду готовить сейчас себе второй перекус. Сделать зеленый смузи. Сегодня у меня петрушка, свежий огурец, киви, сельдерей. Я замораживала голубику. Буду добавлять семена льна и сок лимона. Ну и, конечно же, водичка. Ну что у нас получилось? Вот такая вот красота. Всем приятного аппетита и мне тоже. А мы гуляем. Я не одна. Прогуливаемся. Свежим воздухом дышим. Прохладно так. Солнышко светит, туман рассеялся. Вот такое вот солнышко. Яркое. А небо-то какое голубое. Как летом. Как весной. Уже пахнет весной. Вот. Такой сегодня у меня день.
продуктивный. Спортом позанималась. В магазин сходила, закупилась. Кушать приготовила. В общем, все переделала. Вот теперь гуляю. Такая красота. Сейчас камеру переверну. Ой, солнышко как светит. Вот это вот такая вот у нас весна. Сразу настроение. Что-то делать. Столько энергии появляется, действительно, от солнышка. Желание что-то делать. Но там дальше еще туманчики есть. Города не видно. Ладно, буду заканчивать свое видео. Увидимся уже с вами в следующем видео. Надеюсь, вам было со мной интересно и полезно. Всем пока и до новых встреч!